По тропинкам памяти. Наш маршрут от ГТК к типа лесхозу. Дальше посмотрим. По этой тропинке я ходил за молоком горовым, когда учился в 3-м, 4-м, 5-м классе. Сейчас здесь различные сооружения типа гаражей. Очень красивое сооружение у Анатолия Копылова. Райбай. Дальше здесь были дома двухэтажные и 12-квартирные, но первоначально 8-квартирные. Слева дома, которые, по-моему, заколочены. Нет, дальше будет дом заколочены. Некоторые из этих домов сгорели. Прямо это дом, где жил Вася Кураев. Выезжаем на улицу Пионерская. Справа остался остов клуба. Восьмиквартирные деревянные дома. По левую руку. Дальше там 12-квартирные дома. Сейчас слева мы проезжаем, где слева проезжаем, где бывшая столовая была. Очень вкусную еду готовили. В этом доме жили Мальцевы, Годильшин, Мальцева, Годильшин и другие. Там в том доме жил Юра Дуралеев и Вася Торлопов. Поворачиваем на улицу Краснодарская. Слева дом, здесь жила Переходцева и Лютикова. Слева у нас наша родная, любимая школа. Краснодарская, 12. Справа у нас магазины, торговые центры были. Продовольственные и промтоварные товары. Справа будет двухэтажный дом, где жил Лозицкий Андрей. Слева дом, где жила ни одного отстающего коллектива, где жила Солоха какое-то время и Лупанина. Там улица Комсомольская, которая выходит к реке. Вот здесь разобрали последнее здание, где были классы школы старших классов. Слева у нас теремок, который был у Кокорина. И справа у нас здесь были магазины, и там была амбулатория. А то заколочена прачечная и МОК. Здесь было типа КБУ, он там жил, дядя Вася Ростовцев, там был детский сад, там дальше детские ясли. Так. Здесь была контора леспромхоза. Слева дорога ведет, прямо дорога ведет в лесозавод. Лесозавод, поворачиваем на улицу Ивана Петровича Криволапа. Справа у нас был хлебный магазин и хлебобулочные, и пекарня, и базы Орса. Вот там у нас остался, на другой дороге мы фотографируем наш каменный сад. Здесь был такой же 8-квартирный барак, там жили Рябцевы, Харитонов, Зименко. Так, это то, что осталось от баз Орса. Была первоначально маленькая баня.
Сейчас там разрушенный забор. Там была баня. Так, поворачиваем направо. Дорога ведет на кладбище и в Троицк. Справа у нас пожарка. Огнеборцы, дружные ребята. И справа у нас тот пекарня новая, которую практически в советское время построили, но не использовали. Дальше там были старая электростанция. Старая электростанция, даже там была новая электростанция. Дальше тоже ничего не осталось. Газопровод идет в Жибово. Так мы направляемся и двигаемся на север. Дорога ведет первоначально Белый Бор, отворотка на Устилыч, затем Троицк-Печорск, то есть на большую землю. Но впереди встреча, где дом навечно. Ушли от нас комсомольчане. Сейчас мы едем, проведать тех, кого с нами уже нет. Здесь висит знак «Комсомольск» заканчивается. На Печоре не хватило краски, чтобы написать. Поэтому просто на Печоре. Так, по этой дороге мы хоронили многих под духовой оркестр. Но пока мы прерываем наш репортаж,